Компания Максим представила интегральную схему стерео-аудиокодека MAX98088, которая позволяет увеличить производительность аудиопроцессоров FlexSound компании Максим. Предложенная технология повышает производительность акустической системы за счет оптимизации соотношения уровня сигнала и частотной характеристики при одновременном снижении уровня искажений и потребляемой мощности на выходе системы для предотвращения повреждения динамиков. В MAX98088 совмещается высокая производительность обработки аудио с существенным понижением потребляемой мощности до уровня всего 5,6 микроватта. Это важно для портативных мультимедийных устройств и телефонов. За счет использования аудиопроцессора FlexSound компании Максим MAX98088 обеспечивает полноценный набор средств повышения производительности акустической системы при воспроизведении и передаче звукового сигнала. Заложенные возможности облегчают разработчикам оптимизацию производительности системы за счет ограничения искажения и выходной мощности. Автоматическая регулировка усиления микрофона и снижение уровня усиления для шумов дает возможность оптимизировать уровень выходного сигнала микрофона, что обеспечивает наилучший динамический диапазон аналога цифрового преобразования звукового сигнала. MAX98088 выполнен в 63-контактном корпусе VLP размером 3,8 на 3,3 и высотой 0,4 мм. И работает в расширенном температурном диапазоне от минус 40 до плюс 85 градусов Цельсия. Оценочный комплект работает как под управлением операционной системы Linux, так и других операционных систем.